Что же, приступим к главному. И снова здравствуйте. Сегодня у меня на распаковке нет Геральта. За номером 907, как вы видите. В новой коробочке, кстати. Маленькой такой. И давайте его откроем. Так, что же мы здесь видим? Ну, фон стал вообще однотонным и скучным. Даже ни надписи, ни номера Ненда не видим. Также у нас есть инструкция. И вот такой теперь маленький блистер, который не на защелках, а просто снимается. Но это здорово, потому что защелки были супер тугие обычно. Итак, что же у нас здесь? А здесь у нас лицо перепившего эликсира Геральта. Бадья с водой. Купающегося Геральта. Два меча. Один серебряный, один стальной. Для монстров и для людей, как вы знаете. И сама тушка. А в начальном доспехе змеи, как я понимаю. Очень туго входит до щелчка. Причёсочка снимается. Хвостик несъемный, судя по всему. А, нет, съемный хвостик. Круто. Можно менять прически, как в игре. И также здесь у нас дополнительные детали, но они уже на скотче. На супер отвратительном вот этом желтом скотче, как из Китая. Так, что же у нас здесь? Здесь у нас ручка с картами, просто кулачки для мечей, подставочка стандартная с дополнительным шарниром, игни и арбалет с двумя ножнами для мечей. Вот такой скромный наборчик. А на этом все. Бывайте.